участников весовой категории до 85 килограмм. Номер один – Бабинов Максим, мастер спорта. Номер два – Марков Алексей, спортсмен первого разряда. Номер три – Щербачев Виталий, первый разряд. Номер четыре – Садовников Дмитрий, второй разряд. ЦСКА. Номер пять – Косян Вор, третий разряд. Номер 6 – Кузнецов Георгий, третий разряд, МФСО. Номер 7 – Астафьев Алексей, второй разряд, МФСО. Номер 8 – Федоров Иван, третий разряд, МФСО. Номер 9 – Чуйков Эдуард, кандидат в мастера спорта, МФСО. Номер 10 – Зулиев Тимур Булат, МФСО. Номер 11 – спортсмен выступает в конкурсе «Шляхтин Алексей». Представляем судейскую тройку, обслуживающую данный поток. Центральный судья Борис Котенков. Боковые судьи Николай Маслов и Николай Кожухарев. Судьи участники представлены и на разминку 15 минут. В 11:00 помост будет вызван первый участник. Установите 80 килограмм. Это заявка Косян Львов ко второму подходу. К весу 85 готовится номер 3 Щербаченко. Две штанги 80 килограмм установлены. Косян Львов, второй подход. 2 минуты на подготовку. Для третьего подхода номер 5 заявляет 85 килограмм, установите 85. Защита. Ко второму подходу номер 3 заявляет 90 килограмм. Номер 4 – Садовников Дмитрий, первый подход. Готовится номер 6 – Кузнецов Георгий. Номер 6 – Кузнецов Георгий, первый подход. Готовится номер 7 – Астафьев Алексей. Номер 7 – Астафьев Алексей, первый подход. Готовится номер 4 – Садовников Дмитрий. Вес защита. Ко второму подходу заявляет 90 килограмм.
Номер 4 Садовников Дмитрий, второй подход. Готовится номер 5 Кося Бор. Номер 5 Косяк-Бор, третий подход. Готовится Садовников Дмитрий. Подъем неудачный. Косяк-Бор закончил рывок с результатом 80 кг. Садовников Дмитрий, третий заключительный подход, вес 89, готовится Шляхтин Алексей. Если защита, установите 90 кг. Садовников Дмитрий закончил с результатом 85. 89. Поправка 89 установите. Вес установлен, номер 11, Шляхтин Алексей, первый подход. К весу 90 готовится Федоров Иван. Вес защита. Установите 90. Ко второму подходу заявляет 94 килограмма номер 11. Номер 8 Федоров Иван, первый подход. Готовится Щербаченко Виталий. Есть защита. По второму подходу номер 8 заявляет 95 килограмм. Номер 3 Щербаченко Виталий. Второй подход готовится номер 6 Кузнецов Георгий. Вес защита. Для третьего подхода номер 3 заявляет 95 килограмм. Номер 6 Кузнецов Георгий, третий подход. Готовится номер 7 Астафьев Алексей. Thank you.
Номер 7. Астафьев Алексей, второй подход. Готовится номер 6. Кузнецов Георгий. Две штанги 94 килограмма установлен. Номер 11, Шляхтин Алексей, второй подход.
вес защиты установите 97 килограмм. Астафьев Алексей успешно реализовался при попытке в рывке и закончил с результатом 95 килограмм. Внимание! Между рывком и толчком будет объявлен перерыв 10 минут. Номер 11. Шляхтин Алексей. Третий подход. К весу 98 готовится номер 8. Федоров Иван. Штанг 98 килограмм установлен, номер 8, Федоров Иван, третий подход. К весу 100 готовится Зулиев Тимербулат. Штанги 100 килограмм установлены. Номер 10 у них была второй подход. Установите 117 килограмм. Номер 2 Марков Алексей по второму подходу заявляет 118 килограмм. К весу 117 готовится номер 9 Чуйков Эдуард. Вес установлен. Чуйков Эдуард, первый подход. Thank you.
Номер 2, Марков Алексей, второй подход. Готовится Чуйков Эдуард. Для второго подхода номер 9, зеленый, 121 килограмм. Защита. Для третьего подхода номер 2 заявляет 120 килограмм. Установите 120. Готовится Марков Алексей. Защита установить 121 килограмм. Марков Алексей успешно реализовался при попытке в рывке и закончился результатом 120 килограмм. Ждем заявку. Защита. Установите 145 килограмм. Чуйков Эдуард закончил рывок с результатом 124. Защита. Установите 146 килограмм. Вес установлен. Бабиков Максим, второй подход. 2 минуты на подготовку. Здесь установлен Бабиков Максим, второй подход.
Вес защита. Установите 151 килограмм. Вес установлен. Бабиков Максим, третий подход. Время стоп. Установите 152 килограмма. Вес установлен. Бабиков Максим, третий подход. Время 152. Вес установлен. Бабиков Максим, третий заключительный подход. Бабиков Максим закончил рывок с результатом 155 килограмм. Объявляется перерыв 10 минут.